Что на вертолете можно добраться куда угодно, легко. Но что-то я вот тут не наблюдаю. И людей тут вообще нет. Куда все делись-то? Опять там расстреливают патроны зазря. Ну вот. Придется на машине ехать. Как он орёт этот орёл, прям. Прям по-страшному орёт. О! Олень, ну-ка, ну-ка. Поохотимся-ка. Немножечко. Не уходи. О, там еще, еще, еще олень. О, еще один олень, офигеть. На, попал, 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 попал. Прости, Бэмби, но мне нужна твоя шкура. Так, вертолетик не зареспаунился, поэтому поедем на машинке. Так. По какой дороге-то? 1000 метров, это... Свободный Керат. Сигнал не остановить. А вы слышали про пещеру, где Нур устраивает свои междусобойчики? Вообще, междусобойчиком что угодно можно назвать. Но я сейчас не про поход с друзьями в чайный домик. То, что здесь творится, это та еще жесть. Я это точно. Еще бы. Я же веду программу на свободном радио, да еще и даром. Но это уже как-то чересчур. Не понимаю я всяких извращенцев. Секс это клево, и мне это нравится. Я делаю, что нужно, говорю спасибо и продолжаю дальше. Но вставлять жесткий диск в чей-то дисковод — это уже слишком. А все эти намордники и плетки... Как-то я встретил девчонку, которая с ума сходила по всему этому садо-мазо. Я думал, мы с ней приятно проведем время. Она принялась меня избивать. Я подумал, черт, я что, попал в вьетнамский концлагерь? Слушайте, я простой парень, самый обычный. Да, я люблю ванильное мороженое и три основные позы. Классическую, собачью и прости, подружка, вот и все. Да ладно, что-то. Странно, кто-то радиоведущий. И жалко, что это не отключается в игре. Поэтому приходится их слушать. Ну, во всяком случае, нам, когда мы играем, если играть не на прямой трансляции, то это, конечно же, разбавляет обстановку. Так. Аккуратненько. Больше мы не будем прыгать с такой высоты маленькой на вингсюте. Потому что это надо сигануть с какой-нибудь горы или вообще... А, с вышки, вот, например. Ну, хотя она тоже не очень высокая, на самом деле. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Аккуратно. О, а можно, интересно, сразу на самый верх залететь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Давай. Аккуратненько. Сейчас вот если прямо сесть наверх, что будет? Как они в меня попадают? Опа! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ну ё-моё! Так, на крышу лучше не высаживайтесь, когда будете играть сами. Потому что он просто с нее соскользнул и ничего нельзя было сделать. Ага, зато я рядом с этим появился снова, ладно, ништяк. Так, ножички. Да, это клево стелсить прямо у него перед глазами. Ну хотя их тут всего двое. Да, я в кустах. Так, интересно, отсюда он докинет ножик? Ну, докинул, ништяк. Я даже переметнуться думал. Но так и так выйдет воевать с теми, кого люблю. Сообщение от Министерства связи. Блин, надо было не так делать. Ну ладно. То есть можно было сейчас двоих сразу убить, но у меня чуть не очень получилось. Если вы видите, как кто-то перенастраивает
солдату армии короля. Так, мне бы побольше патронов. Очень мало патронов с собой хватает. Во всяком случае, для автомата, особенно учитывая с моей точностью-то. Город Болей. Ну, вы можете прочитать это на паузе. Потом. О, а что такое? Ага, ящик тут, походу, просто. И поход наверх. Давай. Да, отлично. Снова залазим. Да, вот, вот эти залазания на мышку еще в третьей части довольно, так сказать, не очень хорошо смотрелись. А уж... То, что они не изменили это даже в четвертой части, это совсем стрёмненько, на самом деле. Причем это обязательный элемент игры, можно сказать. Так что просто приходится это делать. Воу-воу-воу, и вот опять вражеские солдаты нападают. Что странно. Учитывая, что я вроде как тут особо не светился. Еще где-то должен быть подъем. Ага, вот. Не-не, чуть не упал, блин. И вот очередная вышка. Прощай, Пейган Мин. И снова сейчас пока. Вот этот эффект очень похож на то, что было в «Охоте на пиранью». Это российский фильм, тоже, кстати, классный. Вот именно вот этот эффект такого быстрого перехода под кайфом, как будто бы. Классно выглядит. Ого, логово тигра. О, там настоящий тигр сидит, я думал, это прикол такой. То есть вышки-то освобождают на самом деле довольно выгодно, потому что нам дают бесплатные пушки в магазине. И не придется тратиться на них. Так, а вот давайте теперь попробуем Wingsuit, только нам нужно... Нужно будет выбрать место, где повыше. Так, а дальше что? Вон там тоже со слоном что-то есть. Инъектор концентрации по действию... Угу, бегай тепло. Так, нет, ладно, это мне, наверное. Так, здесь что у нас есть? Двигая горы, огнеметчиком можно перетаскивать. Так, нафига это надо? Так, убийство ради денег. Ну, надо нам, наверное, теперь будет снова 2 очка. Поэтому пока оставим. А, вот хорошее, наверное, место. Для того, чтобы прыгнуть с Wingsuit'ом. Но сначала нам надо определить точку, куда мы пойдем дальше. Так, а дальше мы пойдем. А вот, мы же хотели к Сабалу идти. Туда и пойдем. И как раз... А вот тогда с той стороны лучше полечу. Вот отсюда тогда. Ну, была не была. У-ху-ху! Давай, да, отлично. Но ведь мы только начали. И сейчас до воды, надеюсь, долечу. Теперь нас услышат новые союзники. У-ху-ху-ху. Шикарно. Сейчас в воду еще. Давай, давай, давай. Бульк. Ох, ладно, хоть я не разбился, а то было бы обидно, если бы я еще и разбился здесь. Так, тут какой-то вопросительный знак. Что там, интересно? Сокровищница какая? Ну-ка, это под водой вроде. О, точно. Походу, какая-то сокровищница здесь. Ну-ка, ну-ка. И что там? Ой-ой-ой, я думаю, телефонная карточка, офигеть, огромный изумруд, да. Это очень, это стоило умереть под водой. Но я все-таки выжил. Хорошо. Так, ладно, плывем дальше. Надо найти теперь машину какую-нибудь быстренько, чтобы не пили пешком. Ой-ой. Что-то как-то... Я не ожидал такого исхода. Патронов бы. Так, ну нам туда. Поэтому пойдем по дорожке. Всего-то 300 метров протопать. А можно, наверное, и проплыть. О!
гидроциклы. Как тебя долго плыть-то, ну? Давай, давай. О, там заложник, ну-ка. Будет карма у нас дополнительная. Почему все время сбрасывается вспомогательное оружие-то? Ух ты. Так, давай, родной. Сейчас мы тебя стелсиком так. В жопень. Ты свободен, братюня. У меня конец. Конечно, теперь конец. Я ваш должник. Еще как должник. Давай деньги, все какие есть. Э, куда пошел ты? Деньги давай. Ну ладно. Все. За спасение так-то принято благодарить. А тут что это? Спасибо просто. Минус 50 очков у меня отняли. Чего-то там. А, очки кармы. Вот что такое, окей. Вот это сейчас напоминает DayZ, симулятор бега по лесу. Так, как-то тут очень много врагов. Ух ты. Катер на воздушной подушке стоит прямо на дороге, на суше причем. Так, сколько их там? Капец, меня так незаметно. Ну ладно. Ой-ой-ой, на пулемете, черт! Ну вот, а вы говорите, я плохо стреляю. Только что он завалил. Без проблем. Нескольких. Так, ну-ка, патроны бы. Барабан с 3D-слайдами, да. О, вот и патрончики. Я почти добрался. Да, вот хорошо, что нам дали возможность кидать ножи, потому что лук с собой постоянно таскать, который занимает целый слот для оружия, это не круто. А теперь у нас есть кидательные ножички, которые, по сути, выполняют ту же функцию, но зато не занимают целый слот. О, патроны, наконец-то. Ну давай, что нам расскажешь, Сабал? Сабал. Он ведь расстроился. Ну что, пригодились тебе данные из лагеря? Ты их хоть читал? У меня есть для тебя новая информация. Надежная. 9 моих людей мертвы. Они погибли из-за тебя. Мне пришлось сделать трудный выбор. Правильный выбор был очевиден! Выбор твоего отца! Выбор золотого пути! Это был наш путь, пока не погиб Махан, и мы не увязли в дерьме! Амита просто не понимает! Для нее самое главное — это цель! Она готова жертвовать человеческими жизнями даже по самым ничтожным поводам! Поэтому я тут. Я вмешался, потому что знал Махана. Я уважал его взгляды. Пойми, что двигало им. Что движет нами. Отправляйся в монастырь. Тебе многому надо научиться. А я хотел посмотреть, как вы его пытать будете. Ну ладно. Так, монастырь. В ту сторону. Ага, вот у них пропаганда висит даже в тех местах, где они сами сидят. Тоже мне воины света. Так, вот теперь у меня две. И что, убийство сверху возьмем? Ладненько, полезный навык так-то. Наготове. Скорость смены оружия. Вот лучше бы они дали возможность прокачивать свои навыки, вот именно. Ой.
То есть не создавать предметы, а вот именно прокачивать их вот так вот, как навыки. Было бы намного круче. А то так приходится теперь лазать по карте, собирать животных, там охотиться на них, выживать, все дела. Это дядюшка Пейган. Как ты там, дорогой племяш? Скажи, Аджай, за кого ты болеешь? Что больше влечет тебя? Лотос Амиты? Или дерзкая прическа и волевой подбородок Сабала? А? Каждому свое, но тебе пора выбирать. Признаться, Сабал не в моем вкусе. По моему виду не скажешь, но я вполне себе гетеросексуален. И ты лучше всех знаешь, что в этом мире для меня была только одна женщина. Вот и развеян главный миф про Пейгана Мина. Он у нас гетеросексуал. Такие дела. Не кажется ли, тут постоянно играют какие-то мелодии советских времен? О, олень. Ладно, беги, тебе повезло. Так, там вот еще есть олежки. Блин, отдача сильно вверх уходит. О, это что такое? Птичка какая-то. Ну, лучше нападайте на меня. Ой-ой-ой, они загрызли какого-то солдатика. И я их перебил. И кто это у нас такие? Дикая собака. Я надеюсь, за них что-нибудь дадут. Так, вот что-то мы можем создать. Ну-ка, ну-ка. Что мы можем создать? Сумка с приманками. Ну вот. Ну ладно. Зато больше у нас теперь приманок влазит в сумку. Так, вот этот храм, про который он говорил. А это что такое? Читать. Ложные идолы. Лады. Ну-ка, а что будет? Прикольный звук. Я думал, он будет более громкий. Так, ну нам что-то не сюда, а здесь... Чё вообще всё обведено-то? Что-то расследовать надо или как? Просто все мёртвые и всё. Странно. Ну ладно. Странные звуки из этой штуки исходят. Так, ну мы идём дальше. Покат. О, машина с турелью. Но, к сожалению, один я ей управлять не смогу. Вау. А, тут все свои, ну ладно, я уже думал, все враги. Ты поосторожнее. Часть оружия может быть снята с предохранителей. Да ладно, серьезно? Сейчас нас, наверное, отправят в Шанг... Шангрила. Он отличный парень, только идиотов не любит. Сам увидишь. Намасте. Че, брат-близнец, что ли? Оп. Наркоманчики. А, сын великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, чему служил твой отец. Банашур, бог богов, создал мир песней. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь.
возьми корзину подношений. О, как? Ну ладно, давай возьму. Раз уж ты настаиваешь. И что? Куда-то надо идти? Ладно. Здорово, чувак. Эй, отжай! Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Ага, нам надо заполнить определенную шкалу кармы всякими разными действиями. А, так это барабан, а не колокол. Его надо было вращать, а не стрелять в него. Ну, ладно, что, бывает. Духи, придите. Колокольчик. А с ним ничего нельзя сделать. Блин, самый классный. Жизнь неуловима, как ароматный дым благовония. И ее так же легко развеять. А как сфотографировать? Делайте скриншоты, дамы и господа. Нифига нам целая корзина, если мы пару штучек понавтыкали и все. Аджай, помнишь карту, что ты раздобыл? На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Ой-ой. Спрячьтесь, армия идет в атаку. Ну вот, послал он меня, этот собал гребаный, сюда. Молодец. Делаю, сволочи, всех убью, один останусь. А, пулемет. Ага. В ящиках есть оружие. Уйди. Ну ты что? Мой пулемет. Так, давайте. Я надеюсь, они с этой стороны пойдут. Может, с той стороны, ну хотя и там тоже могу у него пострелять. Давайте, я готов. Так, надо гранаты выбрать. А уже ничего нельзя. Только когда следовало. Давай. Так, защищаемся. Машина. Взрывайся. Ой-ой-ой, перегрелся. Они разрушают статуи! Да, ништяк, вот это классно. Что ж ты его тут поставили? Солдаты напали на склад с оружием. Нужна подмога! Ай, я опять перегрелся. Где это оружие? Вертолет. Блин, я не могу повернуться дальше. Чёрт, придется выходить. Напали на монахов! К дверям! Ну-ка пошел вон отсюда. Туда, да, я так понимаю, надо идти. 20 секунд, а? Далековато вообще-то. Они ломают статуи! Да чтоб вас!
Пошел вон. Так, обезвреживать не надо, да? Ништяк. Так, а там не успею, не успею, не успею, не успею. Ой-ой-ой-ой! Лол. Так, не делайте так больше. Таранить это не круто. Так, а я знаете-ка что сделаю? У меня же есть вот эта штуковина. Аджай, они на подходе. Так, а можно? В ящиках есть оружие. Вот. Еще лучше. Так. Становимся. Вот здесь. Вот здесь. И с той стороны теперь тоже давай. Давай, родной, давай быстрее, быстрее, быстрее. Блин, гранатомет бы какой-нибудь. Так, вот здесь минку заставим. И все, ништяк. Теперь у меня осталось только С4. Ага, зато я знаю, куда ее посадить. Установить заряд. И там установлю заряд, чтобы когда они начинали минировать, я бы их бабахнул. Но не успел, блин, ладно. Пора бежать к пулемету. И я сделал мультиубийство. Ба-ба-ба! Им нужен склад с оружием! А чё ты в нём взорвался? Ну ничего, так я расстреляю. А, всё-таки они заминировали, да? Блин, ну ладно, бежим туда. Главное, чтобы меня и машина не сбила. Они разрушают статуи! Так, разрушают статуи. Взорвать. Бабах, убил, 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 убил. Привет. Не надо так делать. Ой-ой-ой. Не буду я сдаваться. Бежим, бежим, бежим. Все. А, да, ничего, мы сейчас защищаем, так. Они еще ничего не захватили. Они пытаются взорвать двери! Стоять насмерть! Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Походу, он нас специально в этот храм отправил. Так, а я могу отсюда, наверное, попасть? Да. Отлично, да я прям снайпер. Так, надо на пулемет. Где пулемет? Так, все, на пулемет не успел, они слишком близко. Я что, один остался, что ли, защитник? Солдаты напали на склад с оружием. Нужна подмога! А я. Так, блин, блин, блин. Отлично, попал. Напали на монахов! К дверям! Отлично. Так, монахи. Блин, опять там закладывают, что ли? Ну, ё-моё. Я так понимаю, одно место я потерял. Но я надеюсь... Нам не обязательно защитить сразу всех. Блин, у меня патроны кончаются. Все, кончились. Так, нет, 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 не то. А, пулемет рядышком, ништяк.
Отлично. Ну, а ту штуковину я, наверное, уже не успею. А... Должно, наверное, что-то произойти, нет? Блин, надо все одновременно, что ли, защитить? Ну, ё-моё. Я думал, одну достаточно только. Так, ладно, снова. Теперь я знаю, где заложить С4. Они на подходе. В ящиках есть оружие. Так, я, наверное, побольше все-таки минут сюда заложу. Сразу 3. Все равно я подобрал еще. Так, а теперь С4. Вот это самое стрёмное место. Поэтому здесь я и заложу. Так, патроны. Что, все полное? А с этой стороны сяду на пулемет. Баба! Блин, уже? Им нужен склад с оружием. На. Они разрушают статуи. Бах, отлично. Вот как я хорошо мины-то заложил. Они ломают статуи! Так, отлично. Так, а теперь вот надо как-то вот этих вот. Мне надо патронов. Ты не сожгешь там. Трунь, трунь. Да, с такого расстояния не просто упасть. Ну, давай. Да, отлично. Вот они вот еще кричат на меня. Солдаты напали на склад с оружием. Нужна подмога. Давай. Сложная миссия. На. Так, и сразу С4. Напали на монахов. К дверям. Уничтожить запасы. Блин. Да куда они то? А, ну ладно. Так, 40 и 62. Что успеваю? Так, теперь туда. Самое дальнее. Сам такой. Давай. 30 секунд. Успеваю. Черт, они там бомбу закладывают. Оп! Не закладывают. Вот тут вдвоем надо проходить однозначно. Надеюсь, это последний. Да. Фух.
уже все? Ты спас нас. Ты прямо как отец, Аджай. Спасибо, Аджай. Спасибо. Намасте. Сложная была миссия. На компьютере с мышкой-то, наверное, это будет легко проходить, конечно. Но вот здесь, на геймпаде, это непросто. Очень непросто. Надо много бегать, много успевать. Амита, монастырь мы отбили. Может, теперь Сабал поймет, как важна разведка? Не будь у нас карты, мы бы потеряли важную точку. Спасибо, Аджай.